Всем привет! Перед вами дрель-шуруповерт Штурм CD3118H. Весит всего 1,5 кг. Оснастка здесь меняется легко благодаря быстрозажимному патрону. Для хранения бит на корпусе есть два держателя. Модель оснащена двумя скоростями до 1100 оборотов в минуту. Они переключаются с помощью тумблера на верхней части дрели. Усилие закручивания также регулируется, так что вы сможете максимально точно настроить инструмент под конкретный материал или крепеж. Хочу отметить и широкую комплектацию. В нее входят два аккумулятора на 18 вольт, зарядное устройство, две биты и кейс